Домашние животные приносят нам радость, а их выходки, пусть даже и коварные временами, больше умиляют, чем раздражают. Но иногда случаются такие вещи, что становится по-настоящему страшно. Вот, например, кадры из Австралии. В туалет обычного дома заползла огромная змея. Хозяин оказался не из пугливых и решил сам достать незваного гостя. Многих такая ситуация шокировала бы. Здравствуй, еще одна фобия. Но не в этот раз. На кадрах слышен смех и шутки, а сам мужчина охотно демонстрирует трофей оператору и явно доволен своей смелостью. Хотя, судя по тому, что из Австралии подобные новости приходят с завидным постоянством, возможно, местные жители не считают такого гостя из канализации чем-то необычным. А вот кто действительно натерпелся страха, так это охотники из России. Мужчины приехали в лес, расчехлили ружья и уже представляли себе, как вернуться домой с трофеями, когда их планы нарушил медведь. Загнав незваных гостей на дерево, косолапый залез в машину, вышвырнул из нее все вещи, а потом попросту взял и уехал. Хозяин внедорожника бросился вдогонку, но от медведя и след простыл. Конечно, это постановка, и вроде посмеялись и забыли, если бы не случай из Америки. Там пес действительно угнал машину. Хозяйка отлучилась на минуту, оставив питомца в автомобиле. Пес дернул за рычаг, а результат вы видите на этих кадрах. Чтобы поймать угонщика, женщине пришлось вызвать полицейских. Однако копы не сразу сообразили, что им делать. Все, что оставалось, это стоять в стороне и ждать, когда в баке закончится бензин и машина остановится сама собой. А вот этот пес, судя по комментариям, снимает лучше, чем многие люди. Выхватив у хозяина камеру, он бегает по пляжу, попутно снимая все и всех. То, что техника дорогая и хрупкая, собаку, кажется, совсем не волнует. Зато кадры, отснятые псом, сразу разлетелись по интернету и собрали миллионы просмотров. Вот уж кто действительно хороший мальчик.